15 по 17 апреля госавтоинспекция Новополоцка проводит профилактические мероприятия под условным названием «Фильтр» по выявлению недисциплинированных водителей и предупреждению ДТП. Особое внимание ГАИ уделит выявлению бесправников и водителей в состоянии алкогольного опьянения. Фонд Алексея Талая инициировал установку памятного знака «Живая память благодарных поколений» в столичном парке Победы. Для сплава памятника будут использованы советские монеты. Сейчас идет их сбор. До 9 мая также принимаются пожертвования, которые можно перечислить в том числе по СМС на номер 553. 16 апреля Полоцкий физкультурно-спортивный клуб «Предвинье» организует любительский легкоатлетический пробег «Полоцк. Жемчужина веков». К участию приглашаются все желающие. Стартует забег в 12 часов от памятника Скорине. Финиширует на площадке у Софийского собора. Белхим-профсоюз организовал семинар по информационной работе и взаимодействию с корпоративными СМИ. Итогом встречи стало награждение победителей смотра конкурса среди многотиражек. Коллектив газеты «Вестник Нафтана» удостоен спецприза за активное СММ-продвижение.